Футбольная команда Орловского УМВД оказалась сильнее сборной журналистов. В завершившемся в пятницу товарищеском матче был зафиксирован счет 6-4 в пользу силовиков. А начиналось для команды СМИ все очень неплохо. Журналисты первыми забили гол и продолжали вести большую часть матча, создавая опасные моменты у ворот соперника. Но когда до финального свистка оставалось менее половины тайма, физическая усталость принесла свои плоды. Скамейка запасных у СМИ была в два раза короче полицейской. При счете 4-2 они повели, мы занервничали, что-то не получалось. Ну, пришлось усилия проявить. По завершении мини-турнира все участники получили кубки из рук главного полицейского области Юрия Савенкова. Чем все-таки вот вашей команде. Ну, коль так состоялось. Такой дилеммы не произошло. Я считаю, что нужно проводить такие матчи каждый год. Это способствует сплочению команды журналистов, команды УМВД. И, в принципе, популяризирует, и так, не без того, самый популярный вид спорта у нас. Конечно, я играю каждый год с ними. Они прибавляют. Прибавляют и появляются новые люди. Я считаю, что даже могут заявиться на первенство области и города по Орловской области. Проводится каждый год мини-футбол. Я считаю, они не затеряются.